Добрый вечер, дорогие друзья! Никита, играй. Я не умею. Я тоже не умею. Я тоже не умею. Тёма, она играет. Я не умею. Ты классный, Игорь. Играй. А что играть? Ну, что-нибудь о любви. Оперета всегда говорит и поет о любви. Любой спектакль в оперете без любви невозможен. Это не оперетта. И поэтому, выходя на эту сцену, мы всегда говорим и поем о любви для вас, наш дорогой зритель. Но сегодня мы хотели говорить и петь о любви для одного человека, для одной женщины, для одной актрисы, которая в эти бы дни праздновала бы вместе с нами свой славный юбилей. Пусть ее нету с нами, но в памяти о ней мы сегодня будем петь только для нее. Я говорю о моей коллеге, моей партнерше, моей однокурснице, народной артистке России Лилии Амарфи. Вечная любовь, верны мы были ей. Но время зло для памяти моей. Чем больше дней, глубже рана в ней. Все слова любви в измученных сердцах слились в одно предание без конца. Я уйти не мог.
мы посвящаем Лилии Амальфи.